прямому ефірі студія «Репортер» продовжує свою роботу. Обговорюємо позачергову сесію міськради. Одне питання, за те, яке сьогодні спілкувались на цю тему і депутати, і міський голова. Вітаю в нашій студії депутатів міськради Олександр Іваницький, Олексій Кисловський, Олексій Єрміця. Добрий вечір, панове. Отже, зелене світло було показано першим кроком по будівництву нового спорткомплекса біля аеропорту. І спірне питання, і питання, яке не визиває лишніх питань. Олександр, я так розумію, ви голосували за, тому що дійсно Одесі потрібен палац спорту, але є інші варіанти. Чому підтримали цей проєкт? Ну, прежде всего, Одессе необходим городской дворец спорта. В данном случае тот объект, который планирует возводиться, это, я бы сказал, не совсем дворец спорта, это многофункциональный спортивный комплекс. То, чего в Одессе не было никогда, будем говорить так. Тот дворец спорта, который сегодня является собственностью Одесского областного совета, находится, к сожалению, в таком состоянии, что туда, честно говоря, ему даже, в общем-то, не стоит называть на сегодняшний день дворцом спорта. Объект, можно сказать, аварийного состояния на данный момент. Поэтому давным-давно уже был необходим, остро необходим был такой серьезный комплекс. К сожалению, город Одесса в свое время потеряла Евро-2012. К сожалению, город Одесса не смог получить молодежный чемпионат по хоккею. К сожалению, город Одесса не смог получить Евробаскет-2015. Поэтому я очень надеюсь на то, что сейчас мы готовы во всеоружие, когда, дай бог, если дай бог. То есть сегодня, в общем-то, в принципе, сегодня даже не первый шаг был. Сегодня был такой подход к такому серьезному мероприятию. Это мы сегодня солидарно показали готовность города к такому серьезному инфраструктурному объекту, к началу строительства. Сегодня есть запрос от одесситов на такой объект, и сегодня можно много дискуссий вести по поводу его места расположения. В моем понимании, я много, в общем-то, ездил и по Европе, и по миру, это достаточно правильно, логистически вивіреное місце для того, щоб розположити там спортивний комплекс. Олексій, питання про спорткомплекс. Буквально вчора воно з'явилося в широкому такому загалі. Чи були готові депутати підтримати без там уточнюючих там дискусій, можливо, там потрібно було десь тиждень позасідати, поспілкуватись, поміркувати? Я вас понял. Спасибо за вопрос. Ну, смотрите, во-первых, мы получили все материалы. До этого были работы комиссии. Опять же, был согласительный совет, был исполком. Все необходимые вопросы, кто хотел задать, тот задал. Ну и потом, знаете, вот самое главное. Споров может быть много. Где, в каком месте, как правильно, какую территорию, как лучше, больше, меньше, зеленое насаждение. Это все детали, они, конечно же, будут еще обсуждаться. Вопрос до конца еще не закрыт. Но самое главное, у города вдруг появилась возможность получить колоссальное финансирование, а это почти 500 000 000 гривен. Это очень большая сумма денег для города. 90% из нее финансирует государство. То есть в данном случае государство выступает инвестором. Вот на сегодняшний день получилось так, что у города появился шанс привлечь такого крупного инвестора на такой большой инфраструктурный проект. На это, к сожалению, нам отвели времени немного. Всего 5 дней необходимо городу для того, чтобы собрать необходимые документы. В частности, землеотвод, да, за который мы сегодня голосовали. И поэтому, собственно, возникла необходимость проведения внеочередной сессии именно по этому вопросу. Вопрос достаточно крупный. Если город, дай бог, сможет его получить, мы для этого сегодня сделали максимум, то это будет очень хорошо. Вы же должны понимать, что это налоги, рабочие места, ну, стройка на 500 000 000 гривен. Это очень существенно. Поэтому все достаточно оперативно сработали, в частности, органы городской власти, поехать в срочное совещание в кабинет министров и получить добро, скажем так, на участие в этой заявке. Это, я считаю, что очень хорошее и важное достижение. И если все у нас получится, то город получит мало того, что хороший инфраструктурный проект, как говорил мой коллега, спортивный объект, но еще и колоссальное количество инвестиций, которые вот в итоге выльются и появятся в городе в виде налогов, рабочих мест и так далее и тому подобное. Питання таке, ви один із скептиків цієї ідеї, але давайте на кілька днів назад повернемось, зустріч в Кабміні. Чому Кабмін, держава, 90% Одесі, щось трапилось таке? Ну, ніколи такого не було, ну і на моїй пам'яті, принаймні, по-перше. А по-друге,
була дискусія, зустріч з міністром спорту. Не будемо скривати, що цей кабінет міністрів при новому президенті під большим питанням, під великим питанням. Тобто вони можуть пообіцяти, прийдуть нові люди і кажуть, ну так, документи підписані, але не бачимо, там, що потрібен там цей комплекс спортивний. І ж може бути? Я хотел бы, во-первых, отметить, что этот вопрос возник спонтанно, он возник буквально только вчера. Первый раз я когда услышал о том, что это будет обсуждаться, это когда у нас было совещание с мэром города буквально на днях по поводу третьего транша. Еще хотят взять 1 миллиард гривен в кредит. Вот, тогда первый раз что-то прозвучало, что вот сейчас ездит Вугельман в Киев и договаривается. Никаких комиссий не было, ничего не было, никаких материалов не было, поэтому, Алексей, не знаю, о чем вы говорите, этого ничего не было. Только буквально вчера рано утром позвонили, сказали, что будет внеочередная сессия, и вот лично мне позвонил куратор, буду ли я в Одессе. Что касается заседания исполнительного комитета, так с ним происходили какие-то непонятные процессы, начали на одно время, потом начали суетиться, определили непонятно почему управление физкультурой и спорта заказчиком строительства на 500 миллионов, что является полным идиотизмом, потому что управление физкультуры и строительные процессы на 500 миллионов гривен, нет ни одного человека, который вообще понимает в строительных вопросах, ну это вообще смешно было. Потом начали что-то ходить, рядить и так далее, определять, на кого отводить землю, все это менялось, все это происходило буквально на глазах, и выглядело все очень несолидно, несерьезно. И я думаю, что причин здесь несколько. Во-первых, это в целом у нас такая картина в целом в стране, что все очень непонятно, абсолютно бестолково, потому что подобные стройки, они определяются сразу, когда формируется бюджет страны, и, конечно же, 500 миллионов гривен. Я вообще сомневаюсь о том, что это появится в Одессе, к сожалению. И я не голосовал за, но не голосовал против, я воздержался. Почему? Потому что в душе, как любой одессит, и как мои коллеги, конечно, я бы хотел, чтобы у нас был такой объект. Но я как человек, абсолютно адекватно воспринимающий реалии, а я понимаю, что страна находится в глубоком политическом и, самое главное, или самое грустное, в экономическом кризисе, я знаю, что этих денег просто нет. Во-вторых, я, честно говоря, не понимаю даже, где мы найдем эти деньги, да, вот там 90%, 10%, хотя точно мы еще не знаем цифру строительства. У нас нет в городе деньги, мы третий раз берем кредит. У нас те программы, которые принимаются, в том числе и вот и по линии уважаемого Александра Валерьяновича, по линии ЖКХ, нам не хватает денег на вопрос жилищно-коммунального хозяйства, по ремонту, допустим, того же исторического нашего центра города, тоже денег нет, на дороге денег нет, на денег не хватает, то есть мы берем кредит уже третий раз. Как мы будем содержать этот дворец спорта, за какой счет и так далее? Я думаю, уверен, что здесь в большей степени идет вопрос как раз вокруг ценности этой земли, потому что земля возле аэропорта, она представляет колоссальную ценность. Вообще, возле таких структурных, серьезных объектов, я надеюсь, что аэропорт все-таки получит новую взлетно-посадочную полосу. И учитывая, вот я не знаю, каким образом вот те люди, которые имеют отношение на сегодняшний момент к аэропорту, то есть они взяли в аренду города еще при Костасеве, да, они сейчас с каким-то макаром получили какое-то очень серьезное явление в нашей стране. Ну, не знаете об этом, да? И мне кажется, что, возможно, и с этим тоже связано. Что именно в большей степени интерес к земельному участку и, по сути дела, дворец спорта – это больше как разговор для общественности. Мое личное мнение. Александр, такое же питание ставлю вам. 90% держава готова профинансовать этот объект. Звідки такая лояльность до Одессы? Мы чули, что пан Труканов сказал, что не кожного разу на Одесу звертають увагу, але тут вже ось зміна президентів, зміна політичних епох, можливо, і тут Одеса такий куш. Ну, давайте, ми всі прекрасно знаємо, що город Одеса не перший, але й не второй, да, в нашій країні. І, мабуть, все-таки я сподіваюся на те, що наші державні мужі все-таки звернули увагу на наш город, учитывая те, що сьогодні нет такого видового объекта, серьезного спортивно-инфраструктурного объекта в миллионнике, в городе курортной цивилизации, будем так говорить. А учитывая то, что я надеюсь, что в ближайшие годы Одесский аэропорт станет одним из южных хабов нашей страны, в конце концов прекратится эта бойня на востоке Украины. И я очень надеюсь на то, что эти два таких достаточно сильных инфраструктурных объектов в комплексе дадут очень серьезный импульс в развитии нашего города. В развитии и спортивной инфраструктуры в целом, перемещение нашего города в европейских и мировых рейтингах как спортивной столицы.
Потому что сегодня, к сожалению, нам стыдно показывать свои спортивные объекты. Из последних таких более-менее реинновированных наших спортивных объектов города Одессы, это, наверное, стадион «Динамо» и спорткомплекс «Динамо», который сегодня Министерство внутренних дел более-менее реабилитировало, создав там базу для Олимпийской сборной Украины. Потому что, к сожалению, мы потеряли, временно, надеюсь, потеряли наши крымские базы, где всегда тренировалась сборная Украины, легкоатлетическая сборная Украины. И я больше чем уверен, что данный объект тоже станет как базовым объектом для тренировок наших национальных команд. Как по баскетболу, так по хоккею, так и по волейболу. Более того, насколько мне известно, в рамках данного проекта эта спортивная арена будет трансформироваться и в концертный зал. Концертный зал – то, чего в Одессе тоже давным-давно не хватает. Театр музыкальной комедии, к сожалению, это тоже уже анахронизм. Да? То есть мы можем говорить о том, что, к сожалению, находясь в таком прекрасном месте, мы имеем, слава богу, имеем, но хвастаться там уж точно нечем. Олександре, ви людина, ще одне питання, ви людина дуже близька до спорту, але також і до проблем екології. Це не чужі для вас проблеми. Ви вже, напевно, чули, що голос подають і екоактивісти. Територія близька до парка, яке визнало місто Одеса. А що робити з деревами, які так чи інакше постраждають? Тому що це не тільки спорткомплекс, це і гостиниця, готель, це і парковки, немаленькі парковки. Як вирішувати питання? Ну, дійсно, наша задача, основна задача в тому, звісно, що в рамках розробки цього проєкту, як, можна менее, да, чтобы меньше пострадало деревьев, зеленых насаждений в рамках реализации данного проекта. Но если же какие-то деревья попадут в пятно застройки, конечно, в первую очередь, вы знаете, сегодня уже практикуется в городе такая технология, как пересадки зеленых насаждений деревьев. Ну, во всяком случае, могу сказать, лично я практикую такие мероприятия. В Украине тоже уже потихонечку возвращаются, подходят к такому цивилизационному методу пересадки растений. Либо в крайнем случае, учитывая то, что там есть часть, так скажем, не видовых, не породовых деревьев, то, конечно же, важно в рамках реализации этого проекта воссоздать компенсационной высадкой не только количественное состояние, количественное численность этих деревьев, зеленых насаждений, но и придать этим деревьям совершенно другой уровень и статус, то есть другого вида, более кислородоемких, будем так говорить, более видовых растений, для того, чтобы там воссоздать ту, в общем-то, биосферную составляющую, которая там на сегодняшний день есть. Олексій, ваш прогноз, як буде відбуватися діалог з громадськістю? У нас є різні активісти, є з якими можна спілкуватися, які менше йдуть на контакт, у них завжди одна позиція, але все ж таки питання непросте, і без якогось аналога громадських слухань нічого прийняти буде щось дуже важко, на мій погляд. Ну, послушайте, я не думаю, что это будет сильно сложно. Активистов у нас достаточно много, но у очень многих, к сожалению, неконструктивная позиция, которая заключается, что вот мы против всего. Но так тоже неправильно, потому что город должен развиваться. И вот я соглашусь с Алексеем, что у нас действительно в экономике проблемы, в стране. И в городе нам часто не хватает денег на все, что мы хотим. Но как нужно понимать экономику? Нужно вкладывать в нее деньги. Это должны быть инфраструктурные проекты, это должны быть стройки, это должно быть развитие. Неважно, это спорткомплекс, это дорога, аэропорт, взлетно-посадочная полоса или даже просто жилой дом. Это все толкает экономику вперед, это все вложение денег. И если слушать всех активистов, ну, у нас навряд ли будет какое-то развитие. Не будет ни строек, ни развития, ни проектов, ни инфраструктуры, ничего. Поэтому на сегодняшний день этот район, ну, назовем его, допустим, не самым развитым районом в городе Одессы. Одессе, если там появится такой большой объект, то он привлечет инвестиции, тогда будут ездить к нам больше туристов. Опять же, это и туристический объект тоже. Он сможет привлечь на спортивные соревнования, которые там будут проходить, большее количество туристов. А Одесса – это туристический город. Одесса с этого зарабатывает деньги. И огромное количество одесситов с этого получает приличный финансовый плюс. Поэтому
поэтому я думаю, что в данном случае с общественностью проблем не возникнет. И такой инфраструктурный проект, отказываться от него город просто не имеет права. Как бы у нас не менялось правительство при будущем президенте, я надеюсь, что у нас в стране будет только лучше. Но упускать такой шанс нельзя. Возможно, у государства не будет в итоге денег, да, чтобы это профинансировать. Возможно. Возможно, будут кредиты. Но мы со своей стороны обязаны сделать максимум, чтобы хотя бы получить какой-то шанс привлечь эти инвестиции и построить этот объект. Одессе от этого будет только лучше. Олексій, ми розуміємо, в якому напрямку у нас політичний вітер. Я згадав декілька днів, ну як, вчора згадав і вам особисто написав про недострой спортивний, недобудову в районі Пересипи, так, заводу «Одессільмаш». Арена, яка не збудована, це таке арматурне поле, як колись будували до «Євробаскету 2015», і воно залишилось вже там шостий там, рік. Чи є у міста якісь там важелі, щоб посприяти, там, вплинути може, на забудовника цього арматурного поля, щоб довести до кінця? Тому що і там і транспортна розв'язка досить нормальна, якщо там побудувати причал на морі, там, і неподалік залізнична станція. Тому що безхозний такий об'єкт, наскільки я розумію, на 10 тисяч глядачів планували будувати арену. Да, там должен был появиться такой огромный концертно-выставочный спортивный комплекс, порядка 10 тысяч, причем там должен был быть и торговый центр, и мы надеялись тогда тоже на большие, скажем так, деньги из Киева, на то, что появятся у нас деньги на развитие инфраструктуры, мы собирались приводить в порядок, ну, по крайней мере, нам так говорили, что будут приводить в порядок, реконструировать Черноморского казачества, сделать транспортную развязку, правильно это еще подтянет благоустройство, ремонт, так сказать, всех домов по этим улицам, ну, Черноморского казачества и атамана Головатого и так далее. То есть об этом все говорили. Вот, но если вспомнить, как тогда все это происходило, происходило несколько под другим соусом, хотя, вы знаете, наверное, если вспомнить Евро-2012, вот, наверное, слава «Украсть денег» с Евро-2012, наверное, она вот всегда всех будоражила и будоражит, наверное, до сих пор. Почему? Потому что мне кажется, что подготовка Евробаскет-2015 это было в большей степени не строительство, скажем так, по сути дела, каких-то нужных нашей стране объектов в том количестве, а прежде всего это желание еще вытащить деньги из бюджета. Хотя это не удалось по тем или иным объективным причинам, но я знаю, что эта компания, которая осуществляла эти работы, она закопала туда порядка $1,5 миллиона, насколько я помню. Бюджетных средств там не было, за исключением того, что мы пошли навстречу и буквально за копейки, практически даром, продали вот эти там, сколько, 26-29 гектар земли Зора, ну, это господин Коломойский. Ну, вот сами представляете, что сейчас, допустим, мэр города при тех возможностях господина Коломойского, его влияния на будущего президента или нынешнего, как его там называть, я не юрист, будут с ним обсуждать эти вопросы. Я думаю, что это абсолютно исключено, и даже глупо об этом говорить. Я считаю только важный момент, что нужно по одежке протягивать ножки. И мы бы, как бы мы ни хотели, как бы мы бы ни мечтали, бы не вспоминали там Мюнхен с их Альянс-Арена или там какие-то другие города, но мы должны понимать, что все должно быть связано, прежде всего, с экономикой. Если экономики нет, то у нас не появится никаких подобного рода спортивных либо каких-то других объектов, либо комплексов. Потому что, прежде всего, нужно развивать экономику. Мы должны заниматься производством. А уже исходя из того, что развивается производство, появляются налоги с добавочной стоимостью, высокой добавочной стоимостью. У нас появляются деньги в стране, в городе, в регионе на строительство тех или иных объектов. Потому что на сегодняшний момент я абсолютно не представляю и не понимаю, за счет каких денег, что государство, что наш город собирается реализовывать подобные проекты. Хотя, конечно, в душе, как одесситу, как человек, который занимается спортом, я бы очень хотел, мечтал, чтобы у нас были подобные объекты. Но я понимаю, что без экономики развития, без денег этого не будет. И, так сказать, при всех рассказах о развитии там туристической отрасли и так далее и тому подобное, это должно быть сопряжено с привлекательностью. А чем сюда привлечь, допустим, француза, немца или там американца, мне очень, честно говоря, сложно сказать. Потому что, да, для жителя Винницы, Кировограда, там, не знаю, может, киевлянина еще Львова так как-то
А еще да, Одесса интересна и привлекательна, но я думаю, что для всех остальных здесь мало интересно, к сожалению. Хоть мне, конечно, неприятно это говорить. Что, да, Александр, на завершение питание такое. Субъективная точка зрения, ну, конечно же, Алексея Николаевича. Да. Я знаю многих французов, итальянцев, которые нашего города в восторге. Ну, главное, еще сюда приедут и приедут. Главное, чтобы баскетбольная команда была у нас такая, что збирала такий повний зал и играла в европейских турнирах. І збірна також грала відмінно. Олександре, рішення сьогодні прийнято. Який наступний крок алгоритму? Розкажіть, що буде далі? Ну, наступний крок, ми зараз, я так розумію, повинні, помимо дачі згоди, да, на розробку проєктної документації, зараз буде проводитися розробка технічного проєкту, утвердження границ в натурі і, в общем-то, вынесение проекта, то есть когда уже будет степень готовности земельного участка к строительству, я так понимаю, что тот проект, о котором сейчас идет речь, он является уже типовым, то есть он уже утвержденный на уровне Министерства молодежи и спорта и, в общем-то, в принципе, согласован на том уровне, потому что есть какая-то цифра, витает в понимании 480 миллионов или 580 миллионов. Я бы не хотел сегодня оперировать такими цифрами. То есть будет проект, будет день, будет пища. На сегодняшний день мы, как город, должны провести свои первоочередные мероприятия по отведению земельного участка. Опять же, важно было бы отметить то, что земельный участок остается в коммунальной собственности, в собственности территориальной громады города Одессы, не передается никакому частному собственнику. И мы будем ждать сегодня, как говорится, положительных вестей из Киева о возможности действительно софинансирования со стороны Министерства молодежи и спорта в лице Кабинета министров Украины для реализации этого интересного и важного для города проекта. Дякую, Олександру, Олексію. Зараз вже новини нас підтримають. Дякую за таку змістовну, суб'єктивну розмову. Будемо слідкувати за проектами, за об'єктом взагалі. Успіхів вам в вашій діяльності. Всім успіхів. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». До наступних зустрічей в ефірі. З вами був Віталій Хамій.